Привет, Алька моя. Как ты? Было больно. Мама кричала, сейчас маленько плохо, голова кружилась. Ездили, снимки делали, что у этих легких, и все. Рада, конечно, все говорили, что кесарь будет делать, а родила сама. Больно было. Назвала, как хотела, как ты. Да, Леша. И мама, как всегда, самое интересное пропускает. Вот самое интересное всегда на работе. Как бы я же, знаешь, я бабушка, ну как бы еще вот пока не подержала на руках его, пока он на меня пару раз не написал, это еще, ну, еще как бы не дошло вот этого счастья. Полина сегодня прибежала ко мне на работу, думала, что я еще не знаю. А я уже сижу там, улыбаюсь. О, на выезд. Полин, поможешь? Подушечка специальная. Mm. Вот. Это что у нас? Шапочка. О, геройская такая со звездочкой. Ну, друзья все звонят, уже все знают, поздравляют. Классно.